Сегодня мы с вами очень коротко разберемся с пассивным залогом. Что же такое пассивный залог? Это когда действие совершается за предмет. Например, информация передается. Не я передаю информацию, что является активным залогом, а информация передается неведомо кем. Давайте разберем в активном залоге мы с вами спрягаем сам глагол. Например, report передавать, значит report, is reporting, has reported и так далее. Давайте разберемся, что происходит в пассивном залоге. В нем участвует такая формула. To be reported. И это все. И спрягается здесь только глагол to be. Представляете, всего лишь. Поэтому мы сейчас быстренько проспрягаем глагол to be, и пассивный залог, вуаля, пассивный залог, вуаля, готов. Итак, to be reported. Настоящее время. Как вы помните, в настоящем времени есть несколько времен. Возьмем с вами самое обычное. Факт. Информация передается каждый день. Information is reported every day. Is reported. Если у нас два объекта, которых передает, мы будем говорить two objects are reported every day. Все. Следующее. Прошедшее время. To be в прошедшем времени – это was и were. Получается, information was reported yesterday. Информация была передана вчера. Или о двух вещах доложили вчера. Two things were reported yesterday. Вот и все. Were – множественное число. В будущем времени еще легче. Там просто will be reported. Получается, the information will be reported tomorrow. Или both things will be reported tomorrow. Вот и все. Теперь берем продолженное время. Для того, чтобы сделать акцент на том, что действие происходит определенное время, затягивается или происходит прямо сейчас, мы берем глагол to be, отодвигаем, сам смысловой глагол reported отодвигаем и туда вставляем being. Being – это именно то, что акцентирует нас на том, что действие длится долго. Долго. Например, information is being reported now. Информацию сейчас передают. Слушайте. Или информацию передавали вчера в это время, в это же время. Information was being reported yesterday at this time. Как вы думаете, как будет звучать информацию в это время будут передавать завтра? Будьте готовы. Be ready. The information will be being reported tomorrow at this time. Все. Представляете? Ну и последний перфект. Начнем с настоящего. Информацию только что передали. Вы слышали? The information has been reported. Все. Has been just reported. Все. The milk has been just bought. Молоко только что купили. Далее. Вчера к 5 вечера, предпрошедшее время, до определенной точки в прошлом, вчера к 5 вечера информацию уже передали. The information had been reported yesterday by 5 p.m. Ну и последнее будущее. Глагол to be в будущем времени и в пассивном залоге будет will have been. И получается, что завтра к 5 часам информацию уже передадут. Будет поздно или рано. The information will have been reported tomorrow by 5 p.m. Вот и все. Теперь я жду видео от каждого из вас. В этом видео вы просклоняете любой глагол с любым предметом. Например, the book is read, the book is written, the information is reported, the banana is bought, the bananas are bought и так далее. Я желаю вам успеха, я в вас верю. See ya!